В Ямбург вернулся большой спорт. 15 марта после двухлетнего перерыва стартовала спартакиада ЯНГКМ. В течение 3 месяцев команды подразделений общества «Газпром добычи Ямбург», работающие на месторождении, будут соревноваться в 11 дисциплинах. Открыл традиционную спортивную эстафету баскетбол. Игра хоть и зрелищная, но не самая популярная в Ахтовом поселке. 3 команды не смогли набрать игроков и упустили шанс заработать очки в этом виде спорта. Всего на участие в спартакиаде заявили 7 команд. Газопромыслового управления, ОЭВП, инженерно-технического центра, ЕРЭО, управления автоматизации, УМТСК и «Газпромэнерго». Последняя представляет стороннюю организацию. Она будет выступать вне зачета. Баскетбольный турнир завершился победой сборной ГПУ. 2-е место заняли спортсмены управления автоматизации и метрологического обеспечения. А замкнула тройку лидеров команда управления по эксплуатации вахтовых поселков. Мы рады, что вернулся большой спорт. Вы видите, сколько много зрителей, какие радостные, соскучились по общению. Все болеют, переживают, с трещотками. У нас филиал УНТСИК пришел с трещотки, девочки написали плакаты. То есть, ну, эмоции, конечно, хорошие, заряжают. И мы ждем болельщиков на следующий вид спорта, который будет 31 числа будет гиревой спорт, а 1 числа будет дартс.